спрашивают, почему я оставила Голливуд. Дело в том, что я влюбилась в прекрасного принца. «Принцесса Монако». Фильм открытия Каннского кинофестиваля. Хичкок предложил мне роль. И ты готова согласиться? Мне бы хотелось. Разве я не могу быть кем-то еще, кроме матери и жены, не вызывая всеобщего негодования? Но как же князь? Князь поддерживает меня во всех начинаниях. Рэй никогда не согласится, чтобы его принцесса вернулась в кино. Его волнует только политика. Господин президент, мы готовы пойти вам навстречу. Введите подоходный налог. Это не переговоры, а вымогательство. А ты не думал, что Деголе нужен предлог, чтобы завладеть Монако, даже если ему придется поссорить нас? Лучше молчи! Каждое твое слово имеет последствия! Я понятия не имею, как мне жить дальше после всего этого. Здесь у меня нет даже права быть собой. Быть собой? Здравствуй, мама. Ты ведь не думаешь всерьез о возвращении, Грейси? С актерством покончено. Что бы я ни сделала, что бы ни сказала, все не так. Почему ты еще здесь, Грейс? Потому что люблю тебя. У нее встреча с частным детективом из Франции. Семья превыше всего. Так какую же цену вам предложил за нее Деголь? Мам, почему ты плачешь? Если хотите защитить свою семью, вам придется стать идеалом. Принцесса Монако. Это будет ваша самая сложная роль.